Всем здравствуйте. У нас распаковка рюкзака от производителя Yes. Это не No, это Yes. Yes, да. О, тут наверное, свет отражающий. Такой, да, я думаю, это уже. Он такой гладенький. Тут такая штука. Вот такая штучка. Ну, как бы декоративная, а в принципе, если он висит на спине, можно подойти так и поймать, чтобы далеко не убежал. Не убежала девочка. Такой замок. Есть, да, впереди вот такое деление. Кармашек. Вот. Карман на молнии. И основное отделение, в принципе, что тут? Оно одно. Давай покажем. Тут в основном отделении два замка. Замок один, два бегунка. Вот внутри такие светло-сереньким цветом. И там написано ЕС, да? Да. Мне вот здесь не видно. А, вот, вот да, логотипчик, похожий на Telegram, я уже увидела. Тут есть еще так. Ну, вот такое, серячок. Ну, красивое сочетание цветов. Такое тут розовый. Коралловый, наверное, серый. Какой-то. Похожий на него. Вот тут такая петелька такая. Ручка, петля. И сзади лямочки. Что тут у нас написано? Водоотталкивающий, ультралегкая вага. Да, он очень легкий. Лямки еще регулируются. Регулируются. Вот регуляторы. Водоотталкивающая. Ну, угу. И светоотражающие элементы. Вот один из них. Светоотражающий. Yes. Ну и этот мы уже показывали. Впереди. Вот, собственно, и все. Лямки. Спиночка. Рюкзачок очень легкий, действительно. Сейчас посадим какую-то игрушку и посмотрим. Вот рюкзачок висит на плече. Рост ребенка 1,50 м с небольшим. Ну, вполне смотрится хорошо. Его можно использовать не только для дошкольников, так скажем, а вот как такой молодежный рюкзачок для детей-подростков. Всем спасибо за внимание.